20 декабря сотрудники органов внутренних дел вместе с представителями общественности посещают детские учреждения и дарят их воспитанникам подарки. В горскую школу полицейские отправились не случайно. Здесь эстафету младшему поколению передавали члены отряда юных инспекторов дорожного движения из старших классов. Самое главное, что вы показали знания в той области, которую мы, в принципе, полицейские представляем, в области правил дорожного движения. Вы большие молодцы. И как начальник отдела кадров я с радостью думаю, что вы по окончании школы, ну и потом учебного заведения, может быть, подумайте о карьере в полиции. Из вас получатся неплохие полицейские. Ситуация меняется в лучшую сторону. И сегодня уровень доверия к полиции неуклонно повышается. Этому способствуют в том числе и такие акции, как «Полицейский Дед Мороз». Не случайно они проводятся вместе с представителями общественности. Очень приятно, когда соблюдаются традиции. Хотелось бы, чтобы Новый год, Рождество, учитывая то, что вот есть традиции, есть все эти понятия, чтобы оно прошло без всяких происшествий, чтобы никто там не попал ни под машину, ничего. Очень много есть, конечно, нарушителей. Поэтому полиция старается бороться с этим делом, но не все удается. Поэтому хотелось бы, чтобы вы тоже помогали нам в этом деле, нелегком деле. Такая символическая передача полномочий от старших юидовцев младшим происходит в школе уже 15 лет. Но впервые участие в ней принимают сотрудники полиции. Да еще и выступают в роли раздающего подарки Деда Мороза, таким образом лишний раз подчеркивая важность проводимой ребятами работы. Это всегда приятно, когда органы власти приходят к детям, не боятся их детей, потому что как-то вот раньше по времени волновались перед детьми. Сейчас все-таки уже время поменялось. Дети знают, что есть полицейские, дети знают, что у нас есть начальник нашего отделения. Вот. Ну, это всегда хорошо. Власть должна быть с нами. Всероссийская благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз» продлится до 15 января, то есть до старого Нового года. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».